Здравствуйте, меня зовут Саенко Евгений Валерьевич. Я педагог-наставник дополнительного образования. Работаю в организации «Центр цифрового образования детей IT-Куб Южноуральск». Мой опыт преподавания насчитывает 6 лет. В последний год я работаю в IT-Кубе, веду направление «Шахматная гостиная», на котором у меня занимаются 30 детей. В соревновательной группе дети обучаются турнирным шахматам, которые имеют ряд отличий по сравнению с любительскими. В частности, игра проходит с часами, иногда с записью партии и с соблюдением строгих правил шахматного кодекса. В соревновательную группу переходят дети из шахматной гостиной, которые хорошо проявляют себя и демонстрируют перспективы к дальнейшему развитию. Всем этим детям гарантируются перспективы дальнейшего роста с присвоением спортивных разрядов и званий. Часть детей из соревновательной группы уже занесены в рейтинг Всероссийской шахматной федерации. Каждый обучающийся в соревновательной группе имеет в своем послужном списке награды различного уровня – зонального, областного и городского. В частности, команда IT-Куба заняла 3-е место в первенстве Челябинской области среди малых городов. Такие достижения, тем более весомы, учитывая, что соревновательная группа начала функционировать лишь с ноября 2020 года. В качестве перспективы развития для детей, обучающихся в соревновательной группе, я называю участие в соревнованиях российского уровня. В частности, в будущем учебном году мы планируем поехать на один из этапов детского Кубка России. Шахматы развивают пространственное воображение, умение мыслить логически и вести расчет возможных вариантов. Поэтому обучение в шахматной гостиной готовит детей к возможности перехода на другие направления, имеющиеся в IT-кубе.